Пети было 81 шоколадка. Он съел 70. Сколько шоколадок у него осталось? 11 шоколадок и диабет. У Пети теперь диабет. Ну, хоть посчитал правильно. На лужайке 4 собаки косили газон. Сколько дельфинов съели арбуз до того, как старый грузовик переехал 5-метровую бабушку с цементом? Ну, задачка решается довольно просто. 2 огурца. Как преобразовать сантиметры в метры? Убрать санти. Однако логично. Что такое многочлен? Мужик-трансформер. Какой еще нахрен мужик? Трансформер? Понимаю. Кто живет в Германии? Германцы. Ты дурак. В Германии живут немцы. А германцы тогда где живут? Нигде. Вот бедненькие. Как расшифровывается слово лох? Любитель овсяных хлопьев. А бомж? Большой оловянный медовый жук. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Назови 6 животных, которые живут в Арктике. Ну, насколько я помню, 2 полярных медведя, 3 тюленя и 1 белка. Можно вопрос? Давай. Откуда там тюлени? А тем более...